Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас быстрая пересадка орхидейки 105, которая стояла несколько месяцев на наращивание корней в открытой системе. Вот в этом кашпо. Воду я не меняла, только подливала. Корни, конечно, частично пропали. Вот в нижней части здесь, находясь в воде, они, конечно же, сгнили. Но это не страшно. Так, я, наверное, укорочу ей шейку, потому что она была инфицирована. Как-то так. Проверяю. Зелененькая, все хорошо. Перекисью водорода сейчас я прокапаю, чтобы быстро обеззаразить, немного просушить. Так, этот корешок. Вот до сюда он живой. Также я обрезаю и капаю перекисью. Орхидея вот эта непонятная. Вы ее историю можете посмотреть по хэштегу. Цветочный доктор, нижнее подчеркивание, 105. В разных грунтах она сидела. В разных горшочках, разная система посадки, но что-то ее все время не устраивает. Я сейчас склоняюсь к тому, что она очень любит, вернее, не особо любит она пить, поэтому хочу посадить ее в керамзит. Небольшой горшочек я взяла вот такой вот. Сейчас примерю. Да, больше и не нужно. И буду сажать не органический грунт, а именно керамзит и пеностекло. Вот такой вот у меня небольшой керамзит, мелкий. В перемешку буду закладывать пеностекло. Многим орхидеям такая компоновка нравится, поэтому я решила и этой привереде предложить такую посадку. Керамзит хорошо просыпается не только в горшок, но и на пол. Разные фракции у меня здесь пеностекло, порезанное вручную. Я брала когда-то мешок Grow Plant. Это гораздо выгоднее, чем на развес брать по пол-литра. Он уже держится. Керамзит Питер. Очень легкий. Хорошенький, кругленький. Вот, собственно, очень дышащая посадка. Очень. С карманами воздушными. Поливать не буду, конечно же. В ближайшие несколько дней точно. По цвету корней определю, когда можно. И первый раз, наверное, опрыскиванием я это сделаю. Потом проливом, как и все остальные мои орхидеи, буду я поливать эту красоту. Обязательно нужно подписать. Так. Все. Можно отправлять. А, поддончик поставить обязательно и отправлять на ее место дислокации постоянное. Всем спасибо большое за внимание. Всем всего хорошего и доброго. До скорых встреч!